Как сообщает администрация Твери, на набережной Афанасия Никитина в районе сгоревшего НИИ Минобороны продолжается перекрытие проезжей части тротуара до 31 июля. Такое решение было принято после обращения в РИУ заместителя начальника Федерального государственного бюджетного учреждения Центральный научно-исследовательский институт воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации Цуркова для обеспечения безопасности граждан и дорожного движения. Речь идет об участке по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до площади Мира и по проезду у храма Трех Исповедников. Въезд разрешен только жителям близлежащих домов. В администрации Твери рекомендовали пешеходам не ходить вдоль сгоревшего здания. Напомним, что страшный пожар в здании института начался около 11:00 21 апреля. Полностью потушить пламя удалось утром 22 апреля. Погибло 22 человека.